Циклон пришел на Колыму. Специалисты МЧС предупредили, что порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду с метелью. А в окрестностях Магадана лавина опасна. Там установили предупреждающие знаки «Опасная зона». Спасатели рекомендуют любителям зимних видов спорта не выходить в район Марчиканской сопки и Снежной долины. Также сотрудники госавтоинспекции просят магаданцев не выезжать на дороги города. Госавтоинспекция Магаданской области обращается к участникам дорожного движения. По возможности воздержитесь от управления транспортными средствами. Если вы выехали на дорогу, соблюдайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. По информации, на 9 часов утра 2 декабря движение по автодороге Магадан-Балаганное-Талок с 18 по 24 километр в районе Арманского перевала перекрыто для всех видов транспортных средств до 3 декабря.